В Молдове сегодня проходят президентские выборы и референдум о вступлении страны в Евросоюз. На пост президента Молдовы претендует 11 политиков, в том числе действующий президент Майя Санду. Она выступает за прозападную ориентацию страны и поддерживает вступление Молдовы в Евросоюз. Как отметила Санду, после голосования страна должна принять два важных решения, и голосование на референдуме определит судьбу Молдовы на многие десятилетия вперед. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей превысила 33,3%. Это позволяет предварительно считать выборы состоявшимися. Победителем выборов будет признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей. В противном случае 3 ноября пройдет второй тур, в котором примут участие двое лидеров первого тура.